Got a girl named Kima, and Kima like Christina. Baby, feel to make it cry to make it sexy and meaner. I just wanna get between her, turn it on streamer. Then it's 1, 2, I'm through, see her. I'll scoop her on my Bentley. Audi A3, 2 литра турбо, ДК 500 коробка, турбина, что за турбина стоит? Наметанули, очень быстрая машина, сил 600, 590 она, сколько показала на стене? Почти 600 лошадиных сил показала на стене. Следующий соперник ее, М5, F90, Stage 2, Рамон. Точно такой же софт, точно такая же тачка, с которой я гонял. Но это прям дикая телега. И RS7 она это Audi размотала. Что сейчас будет с M5? Раз, два, три. Старт. Забираем там туда. 200 и пошли. Вот эта передача прям пошли. О, хорошо, блядь. Да все, хватит, куда на. Готово? Раз, два, три! Реально, что? Да. И все, мы поехали. Сейчас раньше он стартанул. Вот, смотри, 200 уже два корпуса есть. Сейчас нет. Он сейчас чуть раньше стартанул. Да нет, по-моему. По-моему, ровно. Давай. Раз, два, три! Они пятые хуй. Мы ставы все выключили там, да? Да. Поедем в ту сторону или лучше в обратную, как? Обратно тоже горку поднимемся. Окей, тогда туда же едем, проезжаем дорогу и стартуем. На горке, правильно? Как 47-й сделали, горку поднимаемся обратно. Все, окей, остужаем тачки. А что, нормально прет? Хорошо едет. А что сделано? Stage 2, Рамон, правильно? Да. Нет, только пайпы стоят, правильно? Без катализатора. Пайпы, мотор прошит, коробка прошит. Очень хорошо едет. Причем она на шторках, на массаже, на всех дистрониках, она тяжелее обычно. Здесь разворачиваемся? Не, дальше. Это ну, вот был S-Coupe 63, и, конечно, уже 5,5 мотор староват. Вот эта поездка Задиров тоже, я его продал на 80 тысяч. Были потом Ешка 63, и вот садишься в семерку и в пятерку, салон одинаковый, сидушки одинаковые, там, ломаешь спинки. Ешка, Эска. Вообще просто, как будто, не знаю, ну как будто ты с Lexus в 200-ку пересел, там вообще ничего нету. По комплектации Ешка была тоже жирная, с бурмистром 3D, с панорамой, но по сравнению с М5 я класс полное говно, мое мнение. Ну очень многие с Ешкой пересаживаются именно М5. Да. Очень многие. На Audi новых не катался, который последней регенерации, но я слышал то, что... Но они уступают, они что-то, они пошли не туда. Да. Комфорт, путешествие, но цена такая, что можно за эту цену было быть намного быстрее, намного. И цвет еще кайфовый на ней, прям очень красивый. Да. Намытая прям. И что самое интересное, на ней подрифтить можно. Ну да, вот тут, конечно, не отнять. Да. Это на Ешке надо танцы с бубном. Полчаса. На Ешке тоже отключаем. Все, туда едем сейчас наверх, на самый верх, сверх стартуем. Отключаем передний привод, но он до третьей передачи. То есть, сколько ни пытайся, даже колеса дыма не дадут. А тут вообще, тут... Ну вот я с утра поменял два баллона, потому что вчера чуть призвились. И вообще машина, конечно, в этом плане... Она одновременно М4, она одновременно М5. То есть, блин, это самый топ. Да. Теперь надо сделать все максимально, все режимы. Так, сейчас. Все, что было за...
Готов? Все, на счет три. Раз, два, три. Да, мы чуть-чуть раньше бросили. Давай сейчас все сделаем, повторим. Готов? Раз, два, три. А сейчас лайч не сработал. Мы его догоним, я думаю. Догоним? Конечно. 210. 220. 230. Да, 240. Скажи, ланч не сработал. У нас ланч не сработал. Давайте оттуда из-под моста еще раз сделаем. Окей, тогда туда едем, а оттуда бахнем. Все, вроде все. Ну, эта приборка нравится. На компетишных пошла вот эта вот кривая. Циклетная, блядь. Ну, прям... поменьше. Вот прям поток большой очень. Отшить на 567 ложится, да? Нет, не в силу. А, в киловатт все это. Да. Готов, махни головой. На счет три. Раз, два. Не, пацан. Я тогда на... цифре 1 буду нажимать, потому что он долго не может тянуть. Нельзя передуваться, да? Ну да, 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 да. Здесь же привода, это такая штука. Момент от да? Угу. Раз, два, три! Мы выехали от него без ланча. Это без ланча? Это без ланча, я вручную переключил первую передачу. Что не было того старта, да? Да, 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 да. Бля, у нас сейчас ланч не сработал, в ручном ехали. Надо в обратную сторону, а тут же пи***ть нормально сделал сейчас. Потому что она нагрелась, но тоже ланч не сработал. Да, 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 да. И у тебя, наверное, тоже горячая была не продута. Давай, давай. Готов? Раз, два, три! Очень хорошо мы стартанули. И он хорошо поехал, но М-ка быстрее. Да. Он хорошо держался, но М-ка пошустрее. Вот та прям тачка для 2 литров. Прям очень хорошо едет, да. Потому что, ребята, это... Да, очень хороший заезд. Потому что, эта тачка все проезжает. Быстрее 6 седан, но ничего быстрее нет. Тем более на Stage 2. А на Stage 2 это вообще все. Что ее проезжает? Да, про М-ки переставается, значит, что в порядке с М-кой, блядь. Конечно, конечно, конечно. А ты прям, ну, достойно очень ехал. Я не знаю, какой 2 литра может ехать с такой тачкой. В таких условиях и так. Очень крутой заезд был. Не, Audi вообще топ, на самом деле. Для своих, блядь, 2 литров. Да, таких единиц машин. Да, 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 да. Не, ну правильный подход. Так, ребят, следующий заезд Audi A4, 2 литра турбо, Stage 3, K04 здесь или да, что? K04. Механика, да? Шестиступка. Да. Сил 360? 325 по воду, последний раз. А-а-а, но не нас, а просто по воду, да? Да. Лучше время 12. Против Opel'а на сликах. Что с Opel'ом, вообще даже не знаю. Сейчас владелец Opel сам все расскажет. Они катались? Что по Opel расскажете в конфигу? 2 литра турбо, стоящий один, можно сказать. Сил сколько? 250 точно есть. 270 может быть. На переднем приводе, да? Коробка скольки ступенчатая механика? 5. Сравняемся. Готовы? Готовы. На счет 3. Раз, два, три! Прям очень хорошо. Она чуть прям поздувает стачка на переключениях. Все, напустил. Едем прям плюс-минус ровно, но там переключает лучше и по настройкам машина не проваливается. Она чуть провалится на переключениях. Вот еще раз сейчас сделать. Короче, он едет 12,5 секунд, ага, стабильно, а я еду 13,5 секунд. То есть у меня, короче, лучше было 12,5, но это я не знаю. Ну, давай, теперь заедем еще раз. Делаем сейчас 50 и бахнем.
Готовы? Да. Раз, два, три. Переключение прям у нас достает. Мы переключили. Плюс-минус ровно. Где-то у нас чуть машина пошустрее, но он это компенсирует переключениями. Если были на обеих тачках ДСГ, то Audi, скорее всего, была быстрее. Если бы мы уехали дальше, он бы уехал. Я бы сейчас на пятую переключился бы. Пятая уже все длинное, не едущее. Ну, оно длинное и не едущее, и, ну, и было видно, что он потихонечку меня достигал. Да еще раз скажи. Сколько лошадиных сил в Opel'е, мощность? 270. Готовы? Раз, два, три! Не, то ли он сейчас верхами, то ли вообще непонятно. У нас и передача подлиннее была. Что прям какая-то сильная, там секунду 100-200, не знаю. Ну корпус он взял. Это вот прям я тебе говорил, видел, я на пятую буду переключаться, и он в этот момент... Он хорошо объехал этот момент, и после этого мы держались, просто мы держались, типа. Да нет, плюс-минус вообще неровно идут на самом деле. Хороший заезд. Да, Audi даже за счет того, что длинные более передачи собрала. Уехали. Победа за Audi. Opel прям неплохо, реально неплохо едет. Особенно даже мы поехали, я не ожидал, что так прыгнет. Да, да. Очень крутой заезд. Ну что, все? Откатались? 6 часов беспрерывных заездов. Всем ребятам, тем, кто приложил руку, организовал вот эту сходку, человеческое спасибо. Было кайфно, тачки были те, которые даже не приходило в жизни видеть-то вживую, знаете. Я очень кайфанул. Заезды были очень быстрые, были которые медленнее, но не менее интересные. Всем участникам спасибо за то, что они строят такие интересные тачки, живут этим. Ух, сучка рычит, бешеная. То, что они живут этим, любят свои тачки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Скоро всего приедем на Октахе или на ЖИ. Всем пока.